Всем привет, это Дневник Артиста, это Павел Зыков. Сейчас сел в машину, прогреваю ее, еду до города Павловска, там пересаживаюсь в цирковой автобус, и все вместе, дружной веселой компанией, едем в Карелию. Сложность в том, что сегодня 1 мая, и дачники, и вообще движущаяся сила, движущаяся за город, я думаю, должна быть активна, поэтому мы очень-очень заранее выезжаем, чтобы выступить, еще потом, вернемся быстрее, чем туда доедем. В общем, посмотрим, что день грядущий нам готовит. Павловск. Вот и движуха из этих дачников, первомайцев. В общем, жизнь бурлит, кипит. Ента, здорово. Почти приехал. Едем. Сразу видно стекло, надо помыть, вообще машину помыть. А только помоешь, сразу же дожди. Закон подлости. Парку приближаемся, красоту. Много лет назад, я помню, работал на частном празднике, на свадьбе в Павловске. И охранник, меня за 200 рублей пустил проехаться по парку на машине. У меня еще тогда была пятерка. Вот здесь, через эти центральные ворота, я ехал. Представляете? Вот так вот оно бывает. Это лет 17, что ли, назад было. Так, ой. Заворачиваем. Едем дальше. Момент. Вот я сейчас смотрел на эти практики. Вот только сегодня с утра смотрел. Такую красоту подарили. Уже у этих, у девчонок. Толпы народа на заправке, да и везде пробки. Все двигаются в сторону Карелии. Отдыха 1 мая. Народ едет отдыхать. Движуха на заправках. Куча народу покупает какие-то вкусняшки. Заправляется. В общем, вот. Мельниково. Вообще дома культуры бывают они разные. Всем привет, это Дневник Артиста, это Павел Зыков. Кто бы подумал, что это одновременно является и кирхой. И домом культуры. А вот служебный вход. И традиционная себяшка в нестандартном концертном зале. А поставь там лестницу такую вот туда вот. Надо снять. Комплекс я. А вот это по воспоминаниям. Вспоминаю. Лестница такая вот интересная. Не каждый день можно такое снять. Ага. И оказываемся на неком балкончике. Осторожно на него ступаю. А здесь сцена, там зрительный зал. Класс, удивительно. Так интересно, ноги бегают еще раз по этим ступенькам. Дым разрешили, как свет выключается. Выяснили, нужно будет бегать туда-сюда. Но успеем по этим чудным ступенькам. Спускаюсь. Даже не в камеру надо смотреть, а куда, чтобы ноги не промахнулись по лестнице. Чудесенки. Ну, класс. Там за задником еще это гнездо. Да. За задником там такая комнатка. В алтарной части.
Это же, по сути дела, алтарная часть закрытая для, да, для простых людей. Но здесь вот и электроорган, я так понимаю. Ух ты, стоит. Здорово. Пожалуй, самый необычный концертный зал в моей жизни. Вот так вот у нас всегда. Вначале нельзя, потом можно, потом взял, можно, но потом нельзя. Взял. Потом непонятно. Вот как захотят, так и можно, и нельзя. Ну, дымили же, и ничего не срабатывало. Честно, дымил-то много. Вот стою внутри, прости господи, католического храма бывшего, да, с фокусами выступаю. Я же понимаю, что меня потом, в прошлые веки, в несколько веков назад, за такие вещи просто на костре бы сожгли. Вот стою, стол летает, там, карты, блядь. Это стайл такой. Шапку надень. Это ж такая шапка. Шапка. Ну, типа такая. Шапка? У меня ведро вообще. Дядька зачем над собой издевается? То гвозди хватает, то камни кидает в себя. Ой, в смысле, это стекла всякие. Йог, говорит я, йог-макарёк. Ну что, отработали, зритель счастлив, мы тоже двигаемся домой. А завтра у меня уже частное мероприятие в Репино. Ну а сейчас из границы Карелии с Ленинградской области двигаемся в Питер. Всем счастья, мира и добра. Это Дневник Артиста, это Павел Зыков. Пока-пока.